В рамках акции «16 добрых дел» партия «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Доброе дело» организует хоккейный матч на Кубок Ульяновского регионального отделения партии. Матч пройдет в субботу, 2 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». В этот день на льду сразятся команды «Регион-73» и «Крылья» Ульяновского института гражданской авиации. К нам обратилась фонд «Одна семья». Мы знаем, что фонд занимается благотворительной деятельностью, в основном на лечение, на реабилитацию детей. И вот семья обратилась, девочка Сашенька, 2,5 годика, заболевание тяжелое, ДЦП, ей требуется тренажер. Посетить матч могут все желающие. Все собранные средства будут направлены на покупку тренажера Гросса. Он помогает реабилитации в домашних условиях таким детям, как Саша. Мы играем не для себя, а именно для нее. Мы очень хотим помочь ей и показать людям, что благотворительность – это очень хорошо. Матч пройдет в рамках Всероссийского дня хоккея.